Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами. Забулили меня, блядь. Власть моя волна. Всё заищу, выпил квасу. Рыжечкой котлетки, добрый сразу. Две курицы прилета на мазу. Ну, хорошая же история получилась. Мы купили первые дорогие машины с Сэмом вместе в один день. Делали их, собирали, на стримах катались, исполняли. Зрена свой CLS, легенда. Ну реально, ходячая легенда. Три ебучих тачки было у стримеров, блядь. Ну, не угодно. И вот еще с Сэмом тоже в один день сожгли, как купили. Ну классная история, по сути, получилась. Классно. И эта машина никому не досталась, по сути. Банька и друзья, приятно глазу. Тот человек, который учит 10 тысяч ударов, он абсолютно никогда не сможет устоять против того человека, который тренирует один удар. Я тренирую только один удар, это удар локтем. Поэтому любые разборки, которые у меня могут начаться, они очень быстро и закончатся. Короче, удар локтем, смотрите, вот. Так. Просто. Я сейчас оценю, как тренер. И просто вот. Чё там ты? Всё, вот. Хороша, вот. Братка. Вот. 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 Запомните. Запомните, друзья, когда бьете, нельзя отрывать ноги от земли, от этого теряется сила удара. И отрабатываешь, отрабатываешь, лохтя. Какой он номер купил? Бля, такая имба. О-о. Он смотрел, да? Смотри, одна ос эффектом. Брат, у меня три модера. Брат. Я знаю, даже каких стерео. Не, это... Как зовут? Брат. Брат. Теперь он пьяный по твоей вине. Он царица, царица. Один взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может в тебе раствориться. Иман Карева Йоттейру. それはあなたのせい、私は女王です、私は女王です、一ちょっと見て、背中にひどい風を感じている彼はあなたに溶けることができません、少年は泳ぎました、少年は捕まりました。Неловкое молчание повисло. Вот это, блядь, неловкое молчание. Бля, хороша. Забрали аптеку, бро. В эконом такси едет, по правилам. А ты не хочешь на грэплере обратно лететь? И контрол нажимай, долбай. Я включу, да, надо после видоса. Чего ты не жмешь контрол? Лайк, босс. Let's go. Здравствуйте, Данила, вас снова беспокоит Никс. Я хочу пожелать вам удачного стрима и сказать, что я уехал в отпуск в Нью-Йорк. Я сейчас нахожусь в башне Близнеца. Подождите, это что, самолет летит? Ой, блин! Привет, Лил Жопка. Ну я вроде... Он что, умер? Он что, умер? Существующих хотят быть похожими, не зря. Даже толстый бегемот все танцует и поет, кря-кря. На... Подожди, у меня... Так, быстро объясняйте мне, а почему скип? Схуяли. Когда Саню начали скипать, я не помню, что, охуели, что ли? На мгновенье надо... Детство возвратить. Он кринж. А я, блядь. Мы теперь утята. И как прекрасно на свете жить. Я правда не кринж? На танцующих утят. Быть похожими хотят. На.
Ну пожалуйста, как? Ужасно кончена игра для... Лол? Ну это шутка, просто игра... Короче, все, это хорошая будет катка. Ну как хорошая, мне ничего нет опять. Не сработало? Так. Я... Я сейчас буду матюкаться. Авиасоюз, простите, но я сейчас буду матюкаться. Это что? Представьте, когда-нибудь придет, настанет время, когда у меня будет какая-то реклама, типа, крутая, и мне запретят материться на стримах. Надо вспомнить. С ума сойду, блядь. Инфаркт жопы будет у меня. А, реально тут чел был? Не будет? Ой, ну бот. Сегодня будет происходить поджог. Как вы поняли, стая приняла флешмоб от Мелстроя. Мы взрываем свои личные автомобили. А сегодняшний, следующий наш лот на поджог — это BMW M5 F90. Сейчас также подъедет Равшан Ниматович, всем известный как Равшан НН, Нефор. И ты я что, забыл... крыса, ебаная? Представьте с вами Ранатку 99. 99 вперед. Для многих это просто кусок железа. Но как-то у нас давно знает... Вот что вы мне про кринж говорите? Кто знает, что мы в эту хуйню железную, блять, душу вкладываем. Он меня Нефором называет, а я его буду называть кринж-мен. И это как, простите, просто с конем, но он железный, пацаны. А, вспомнил, знаешь, Джеки Чана? Фильм. Он вот так же простился, но конь его не предал и прибежал к нему. А ты его предаешь. Да, да, кто слабо отрицать, брат, за бабки можно все купить. Человек купил у меня машину и взорвал ее. Правильно. Я лов дорого. Только я это, никто меня не заставил это делать. Я это сделал. Это твой автомобиль. В очки, маля. Человек за 160 тысяч долларов машину продал, очки не может купить, ходит в них 10 лет уже. Да. Так, вот скажи, Амел, ты на стриме, брат? Да, если... Смотри, брат, мы тебе показываем сейчас инвентарь наш, понял? Здорово, беда. Вот она, закупка, блядь. Не курите. А фейерверки где? Там сзади, братан. Мы хотели сядь сразу. Мы с Адамом поехали, купили канистры, купили бензин, купили айповербанк, купили шнур, купили свои фейерверки, поехали. За 15 минут все купили. Мы эти машины купили в один день и в один день похороним. Брат, четвером купили, четвером с разъёмом. Суммарно эти две машины сколько стоят? Короче, суммарно эти машины по рынку сейчас. Выхлоп такой, я только такой... Охуенный выхлоп сделал, блять, даже пошуметь не успел. Стоит, ну, как есть, скажу, брат, ну, типа, это не, далеко не секрет, эта машина сейчас стоит 10 миллионов. Ага. Ну, чтобы ее так собрать, это 12, еще где-то... 13. Да, еще 2-3 миллиона, да, так собрать. Ну, давай так, не будем считать эти, ну, тюнинги, не будем их вписывать. Короче, 10 миллионов моя машина, и его машина где-то 7,5, это так. Где-то так, плюс-минус. Клинус рынок смотрел, зайдите. Покажи, короче, этот баланс на стриме. Охуеть. Все, да, брат, твоя ешка идет нахуй. 260. Охуеть. Север, чуть дай джазу погромче. Проверяю, пацаны. Если что-то заметите, скажите. Я когда в салон залезал, мне так плакать хотелось. Достал. Давай так, брат. Как ни крути, первооткрыватель взрывов автомобиля — это все-таки Литвин. На. Повста. Раненский дом 3. Риповстав. Ну в этом случае... Какая ешка красивая. Мы не ненавидим эти машины. Знаешь, ну Мерседес, в натуре Мерседес. Я его мамину голову ебал. Как он долго горел, ну. Музыка даже работала до последнего. Кто мне звонит, да? Алло. Алло, Рушан. Чё? Слышишь, как думаешь вообще, вот когда один дома сидишь, а друзья с тёлками вот без тебя поехали, я вот сижу в стрим смотрю вообще, вот что в такой ситуации надо сделать? Брат, после стрима получить спать лечь. Всё, хорошо, а поддержки можешь пару накидать по-братски? Сейчас грустно просто. Где, что ты как тёлка, ты должен успокаивать сейчас сидеть или чё? Давай, брат. Наоборот, любим, блядь. Ты понял, что, знаешь, что сам прикол? Ешь как? И пятерка. Один класс. Один класс.
Бать, видел его люстру? Бать, видел люстру его? Люстра. Не-не, ща, подожди. Марк, покажи ему люстру. Какая захватывается. Тихо, это комментарий, типа, Равшан, смотри, тут другое дело. Ты тебе успокажешь тем, что ты якобы продал. По факту сделки купили, продажи не было. Да, и денег мне не дали, просто, просто так жёг машину, как дал. Да, но это, если что, просто люстра. Брать в низинке сейчас нас просто заспреет здесь, да, она уже стреляет сзади, да, откуда? Да. А, самолет летит. Тоже? Ебать! Что это было? Что это? Бля, да какой ты придурок, Диман. В этой говно игру еще Ван Тардер сделали. А что я ракету пульнул? Нет, не, не, шли. Попал, 53, кракнул, кракнул! Он, да, он... О! Что? А, походу, вот за чего забанили. Осуждаю. Чего? Осуждаю, шарпатый, шарпатый! А вот за что. Ебанутый! Походу, за это забанили, кстати, знаешь? Нет! Если ты, блин, я у кого-то на стриме кину запретку, его не забанят, меня в***, знаете, на чужом стриме. Так вы тоже делали. Андрюху так банили, Фалендеса. Я бы не показал, что у меня Z-ка нахуй выбрелась там. Только клоун может пить колу без сахара и думать, что это здорово. Амару в Россию переехал. Блять, надо уезжать отсюда. Здоровое питание. Только клоун может открывать рот и говорить, что это неправда, блять. Советчики эти, блять. Иди еще послушай какого-нибудь тренера по похудению, который говорит, блять, есть одни фрукты, в которых нахуй сахара больше, чем в Сникерсе. Это что они сейчас? Никсан скорбили? Ну ты просто. Еще рак вызывает, наверное, сахарозаменитель, долба. А это кто? Это кто? Упаливай! Опа! Это кто? Чего? Дымок гачи? Что, блять? Я слышал уже. Ну что могу сказать? Oh yeah. Я уже слышал ее на доте. А так сидим, глядим. Next door. Так что все. Понятно. Нахуй. Хорошо звучит. Я думал, он в лицо кинет, понял, поэтому напрёкся. Бля, это такой баян. Блядь, что-то подревнее есть? Это был прыжок со спецэффектом. А сейчас я вам покажу, какой он был в реальности. Ай! Осуждаю! Блять, осуждаю, нахуй! Я забыл про этот видос вообще! Стоп, стоп, стоп. Я умер. Он что, в доту играет? Я в тильте, мужики. В жестком. Слушай, я в них два курьера убил. Я сдох. Жестко. I'm going. О, что-то упало. Так. Во-во-во-во-во-во. Ебать я. Во-во. Бля, ну не, нужно человека сделать, правильно? Пусть будет дефолтный. Можете, пожалуйста? Это Лёха, твой сменщик. Ну, как говорится, пост дал, пост принял. Смотри, тут какой-то... Я не понял, где сжигание машины, я устал ждать, когда уже? Ходят в костюме медведя. Ну, жуткий Типсон, конечно, такой. Но жить можно. Я все сказал. А если куплю VR, буду только в спортивные игры всякие играть, понял? Теннис там. Ты всегда тут будешь стоять? И мне хочется теперь спиной поворачиваться к тебе. Ага! Я тебе, блять. Так, что у меня тут? Я уже, мне сейчас плохо станет, я хочу на Авито, блять. У меня уже ломка ебаная. Осталось 10 минут. Всегда. На колени. Блять. О, вот это хорошая игра. Блин! Ааа!
бросил курить электронки уже больше года, вот за это тебе реально респект. Вот как будто электронки это, наверное, самое худшее, что есть. Хуже сигарет. А у меня вот Ольга не может все электронки бросить. А просто один раз ебучий разбоин. Разбой. Он уже потихоньку. Этот. Ну ты понял. Наш уже, а потихоньку. Ай! Разбой. А, вы готовы? О! Шачи! Садись аккуратно такой, знаешь. О, блядь, ты начинается. Давай. О! Царица до конца играла, блядь, отвечаю. Заиграем! Играем! СД, сила! СД берет! Чего сюда сейчас пойдет? Случайно, лучше загорелись, я не знаю, что это делает. Что, блин? Нету, у меня есть? На машину подожгли, вы вообще знаете? Вот я, вы думаете, а я вообще не понимаю. На машину подожгли. Пиздец, я подаю в этот... ФСБ, в этот... ФБАЙ. Здесь руку нету, брат, а ты чё, нету? Здорово, стыл! И туда, и туда. Сэм видел? Сэм видел? Ладно, ну не подходит, ты же ещё живой. Пусть ещё. Ты вспыхнул. Брат, а вот так прикольно поставили канистры, знаешь? Я уже договорился с Прео. Да. Оставим заявку, что у нас... Несчастный случай, страховой. Но не, я не знаю, мы вообще... Счета, машины, да, клянусь, только отвернулся, ну, поехать, посмотреть, да. Ну, по, этот, наверх подняться. Тоже? Загорелось. Да. Блин, кто это сделал? Почему, блин? На самом деле, можно на Кириме заявление просто в полицию написать, и все. Отвечаю. Доказательства есть? Поджога. Видеофиксация есть? Все, Кирима нахуй закрыть, забрать с него бабки, нахуй. Как он там говорит, этот платит, да? Ну вот, за него тоже заплатит, нахуй. Давай еще раз на обложку Twitch FM. Или уже давай. Сделали фотку? Сейчас саранча? А вас вообще не видно. Вас вообще не видно. Нет. Слышишь, что? А ты пирожки с тачки достал? Нет. Очень голодный. Брат, очень хороший видос. Хороший ты кто? Ой, этот, Reels, да? Сука, ну, моя машина... Говне, блядь, здесь когда-то был я. Сюда, видео. Типа. Всем, привет, передавай, вот стрим. А, в эфире? Да. А я как раз для эфира твоего сейчас историю расскажу. Мне вчера Арпине звонит и говорит, они стикеры, дочка, и друг другу стикеры отправляют. Ага. Дочка берет и отправляет стикер в твою задницу. Опа, это что такое, брат? Какую задницу? Арпине говорит. А твою, помнишь, в эфире ты показывал, кто-то сфоткал, стикер сделали. В натуре? Знаете, кто-то сфоткал? Тигр. Эрик. Да, и это, Арпина говорит точке, типа, Анжела, ты чё, типа, это... Тигр. Который полосатый. Не понимаешь, да? Я такой, она говорит, мам, ты чё, это Равшана жопа. О, хорошо идет! Ох, смотри! Классно! Будь красиво, как это получилось? Ебать горит! Как оно ебаш оттуда выдавливается! Я в хуе! Мерседес, соси! Не, фор за деньги. Рустик, ты че там в***ся на***? Я твой рот! Тихо, не матерись, брат, родители смотрят. Ой, ты плохой мальчик. Ты со мной вообще бой хотел сделать, бессмертный, блядь. Отрезвел? Молодец. Это тебе за всю горе. Ты родители смотрят, ты что, офигел? А у нашей машины немцы, прикинь, оба ряда упали там. Нет, блядь, немцы. Немцев. А как они падали? Взяли и, блядь. Не, такое мы оставляем на дух.
Ребят, чтобы вы понимали... Родственник, за 300 тысяч долларов М6 сжигаешь? Если бы металл до такой степени нагрелся, то что вы можете его смотреть на ваших телеэкранах, то что он покраснел, значит от чего? Температура повысилась. То есть автомобиль сейчас работает в неограниченном количестве оборотов. Ссыти на него, обоссыти! Брат, подскажи, пожалуйста, как спец. Так. Сколько будет стоить восстановить данный автомобиль? Если с учетом кузовных работ... Приезжайте, детейлинг Сареро, ковчуха 98, поправим и в трехваску сделаем сверху. Подарок. Смотрите. Схема подготовки препаратом Fortran 74. Необходимо соблюдать диету в течение 3-5 дней. Соблюдили. А как ты вышел? Я тебе... Как ты вышел? А, я открыл дверь. Нам похуй. Ну иди на... Ушел. Че это, блядь? Кто это сделал? На душе вьюга. Так, ладно. А есть какой-то способ, который позволит быстро охладить воду после того, как она скипятилась или нет? Ванну в холодную воду. Вот это я знаю. Это у меня мама так делала, когда мы суп варили, она выбирала холодной воды в ванну. Сразу видно дотер. Вот. И она охлаждалась быстро, чтобы потом вечером уже можно было убрать суп в холодильник. Это постоянно ротация была. Я еще приходил со школы, хотел сходить в душ, помыться, а там, сука, стоит ебучий борщ. Моется. У нас вот так делали. Окно открывали и возле окна ставили, чтобы охладилось. По часу, по два, нахуй, по пять, блядь, нахуй. Ты сидишь просто баботик, нахуй. Весь в грязи, в дерьме, нахуй, ничего не можешь делать. Нормально. А нах это... Я буду для контента сейчас пить слабительно. На самом деле, завтра мне проверять, как колоскопию делать, это жопа будет. За сколько мне очкасты отдаст? Шнуром с камерой. Здорово, пацаны. Нужно, чтобы чистая была. Приветствую. Если что-то поджечь надо, звоните. Ну, в смысле... Запись попросишь у них. А там и так все выдают, там присылают на почту. Вот, но я не думаю, что я буду показывать. GTA 5 RP, конечно. Мне этот пират, знаете, что сказал? После того, как я выложил, блядь, поделился. Я вообще делюсь всем со своим подписчиком, аудиторией, потому что они родные, мои любимые, все в этом духе. Друзья, семья и так далее. И я, короче, решил выложить трусы свои, где у меня кровь шла из уретры. Ну, мне было больно. Я говорю, пожалуйста, поддержите меня. Отписалось 400 человек, пиздец. Вот это поддержка, я понимаю. Представляете, если я выложу, блядь, свой анальный баботик? Знаешь, что я придумал? Давайте, когда у меня будет медовый месяц с женой, да? Первый вот это. Вот это простынь, которая будет, я раз... Какой идиот, блядь. Просто все подпишутся. Я клянусь вам, я вам, блядь, за слова отвечаю, мы едем в машине, Адам. Предложите, но строю, я дом сожгу. Я говорю, в натуре? Он говорит, да, блядь, буду. Ростик что-то мне отправил. Так, слышь, Нефор, я сейчас приехал за тачкой в Москву. Давай поговори с очкастым, чтобы он номера мне свои отдал, вот эти вот 999. Давайте быстро. Либо я ваши снова сожгу вас. Уже вас сожгу. У тебя брови больше, чем моя голова. Что ты говоришь, нахуй, тебе не помещается, нахуй. Свои брови наклей вместо номера, это первое. Во-вторых, ты чё, ебанутый? Это грузинские номера, они тебе не подойдут. Доставай, блядь. Вообще не выебывайся, я скоро в Москву поеду, нахуй. Том, потише сделай. Я одежду поменяю, реально. Мой брат. Брат, привет, посмотри, вот нашел идеальную для тебя жилет мало быстрая на сером салоне. Газовый осел. Вот как все говорят. Можно очко еще. Мел вчера хотел, чтобы на фоне горящей тачки Ренат себе голову поджег, типа призрачный гонщик. Надо ему идею подкинуть, чтоб тебя заставил на березу залезть с мешком бананов и радио. Знаешь, что Женька написала мне? А ты расстался бы со мной за пи***ть? Вы были, да? На вчерашнем ночном стриме, что мне Женька писала, это пи***ть. Знаешь, что Женька написала мне? А ты расстался бы со мной за 15 миллионов? Хотите газануть жестко, чтобы посмотреть, какой комплимент сделал? Я 30 лет тебя искал, чтобы потом за 15 миллионов продать, что ли? Я что, дурак, что ли? Именно вот так залез, блядь. А ну же.